Наверное, можно сетку поставить, ну, так сказать, более-менее там, одинаковую. То есть не кому-то опускать, а просто поднять всем и сделать одинаково. Потому что сегодня происходят соревнования по заработной плате. И понятно, что есть регионы с более сильными бюджетами, есть, так сказать, не более, наверное, так сказать, там, дотационные, скажем так, регионы или более слабенькие. И если это говорить, если эту тему распространять там, на районы Крайнего Севера там, или какие-то сложные условия, то, конечно, мы не против. Но все-таки сельский учитель – это человек, который работает, наверное, в определенных условиях. И городской учитель тоже имеет повышенную нагрузку. Тут лучше специалисты разберутся, но все-таки мы просили бы рассмотреть вопрос и поддерживаем нашего министра молодежного правительства, чтобы в Центральном федеральном округе хотя бы сетка зарплат учителям была бы выровнена в верхнюю сторону.